Щенуля, что ты скажешь своим зрителям? Что ты расскажешь своим зрителям? Он на лошадке, он на лошадке, он на коняшке. Я тебя съем. Синуля, Аслан, сделать тебя? Сделать? Сделать? Я тебя съем один день. Да я тебя один день съем, даже волосики твои не оставлю. Пока сестренка спит, он тут главенствует. Да, мамин? Солнышко. Нет, телефон не даю. Сегодня 8 марта. Мы дома, потому что еще до конца наш животик не выздоровел. Мы нет-нет, делаем кокульки. Завтра, наверное, пойдем гулять, скорее всего, уже. Сынуля, на меня не ложись, пожалуйста. Играться он любит. Как сидеть? Сынуля, на меня не надо. За телефоном ломится. Мои хорошие, рубрика «Что на ужин?». Точнее, это у меня даже не обед, и еще не ужин. Уже не обед, и еще не ужин. Вареный рис, курочка в сливочном соусе и салат. Здесь кукуруза, огурец, листья салата и яйцо. Импровизация от Зули. Всем приятного аппетита, кто за столом. И, конечно же, мне тоже. Деток только уложила спать, и вот свободная минута, чтобы перекусить и попить чаю. Даже будни. Эй, бурая кадара я. У нас все индигачая. Штаны заправил, чуть ли не до грудей. Дочь возмущается, как всегда, свою любимую игрушку не может достать. Кызыё. Ona dokunmasın ya. Zehra'ya dokunmasın. Ağlayacaksın. А там наше видео новое. Теперь у нас все время проходит в этом бассейне. Да нет, да трус. Вурмады, вурмады. Садыч, докунду. Ее вообще трогать нельзя. Даже за ручку. Она не любит, когда ее трогают лишний раз. Теперь будет весь вечер жаловаться. Я в очко порвал. Накормили детей, дочь уснула, а сынуля ни за что не хочет спать. Нет, говорит, и все. Все возле папы за своими игрушками и сидит. Аслан! Аслан! Привет! Привет, привет, мои хорошие! Частый вопрос. Как я худею после родов? Ответ мой постоянный – никак. Я не сижу ни на какой диете, не занимаюсь спортом, несколько раз пробовала и все.
Вот. Я, естественным образом, сама по себе скинула килограммы, которые ушли. Сейчас я выгляжу вот так. Вот у меня немного осталось пузика. Сбоку, если посмотреть, видно. Если втянуть, конечно, его нет. Но я же не буду все время втягивать, а так пузика немножко осталось. И на бедрах осталось еще. Так, огромные коробки. Наверное, вопрос, что это такое. Вот это огромная коробка. Это вот те самые супер-пупер подгузники, от которых писали в Фейсбуке, которые я заказала целую огромную коробку. Так, это надо выкинуть. Она пустая, я все оттуда вытащила. И вот эти пришли нам сегодня. Я опять заказала приму, премиум кеа, потому что лучше них. Я поняла, что в Турции нет ничего. Заказала троечку и четверочку. Надо посмотреть, какой из этих размеров подойдет ценулю. А здесь-то если по килограммам смотреть, тройка должна подойти. А так я просто смотрю. Почти все подгузники, которые я с нуля брала, они, все местные четверки ему подходят. Почему-то здесь мало мерят. Как я раньше и говорила, вот это премиум кеа, который здесь и который я брала в Дагестане, они в корне отличаются друг от друга, но, как говорится, на безрыбье и рак рыбы. Вот так вот сейчас откроем, посмотрим, что там нам пришло. Погода у нас сегодня, господи, какая шикарная погода. Сейчас я вам покажу. Солнышко как назло ушло. Так. Это соседние, посмотрите, крыши, да, какие-то всякие тряпочки. Чего только там нет, мусор какой-то. Солнце было. Даже если сейчас солнце ушло, то очень тепло. Очень-очень тепло. Завтра думаем... Сегодня суббота, завтра с Ксенией думаем поехать на пикник опять. Малышня. Каждый занят своим делом. Они уже полностью выздоровели. Дочь сразу выздоровела. Даже в тот день, когда мы были в клинике и сдавали анализы кала, она уже была почти здорова. Вот. У него тоже почти все проходило. И сейчас уже все прошло. Даже сынуля? Сынуля, ты скажешь что-нибудь? Ты такой серьезный сразу у меня на камере. Не, улыбнулся, да ты, мамина? Улыбаешься? Нет, мы не улыбаемся. Вот это тоже... У нее есть одна любимая игрушка. Нет, хотя нет, не одна. У нее их несколько, и все, которые гремят по гремушке. Она любит игрушки, которые создают звук. А сынуля любит, наоборот, вот такие вот мягкие, которые приятно в руки брать. Вот такие они совершенно разные у меня дети. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье и суперская погода. Мы с семьей приехали в парк. В черте города. Что мой муж орёт? Нелдо! В черте города есть у нас парк. В прошлом году День матери на маёвку сюда приезжали. На пикник, точнее. И сегодня тоже мы приехали на пикник. Только-только заехали детки в коляске. Сейчас скоро должны подъехать свекровь со свекром, заловка с супругом. Ну и им уже друзья, которые были в прошлый раз. Там сзади Зулечка фоткается. Вот, погода просто отличная. Солнце светит, 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 светит. Сейчас что-то муж зовет. Девушка, вы куда направляетесь? Да хоть куда, на Кудыкину гору. Прям на Кудыкину? Да, прям на Кудыкину. Принцесса? Говорит, мангал, говорит, не зажигается, не разжигается. Принцесса, как ты? Ты успокоилась? Сейчас она скажет, как она. Девушка, как вам погода? Расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Погода суперская, но впечатлений пока как таковых нет, потому что далеко еще не успели вглубь пройти. Да? Там ближе к морю будет видно мои впечатления. А, да? Там еще у нас дальше есть море? Да.
Да? А-а-а. Я думала, мы попали вот сюда, к сухим деревьям, красивым цветам, с такими детками, вот на такую дорожку. Но, однако, все-таки будет еще и море. Девушка, поделитесь чем-нибудь, расскажите что-нибудь. Для чего я снимаю это видео? Не знаю, что ты телефон взяла в руку. А, ну все. Можно закрыться, девушка? Ты что? Нас тут бросили. Ой, она не даст о себе забыть. Не, дай бог. Ты же сказала, нас бросили. Она испугалась. Люди фоткаются. Парк красивый. Все с этими баулами. Да, все приехали. Эти были здесь на завтрак. Стопудово. Здесь люди приходят на завтрак, берут из дома еду. Я не знаю, где они садятся. Чисто позавтракать. 9, наверное, они сюда приходят. Mm. 11, 12. По домам. И на завтрак я бы сюда не приехала бы, не стала. Если здесь было бы готовое там кафе и готовый завтрак подавали, то да. Так из дома таскать и на завтрак греться. Посмотри, вот эти. Да. Самый сухой кустик нашла даже. Там такие пышные кустики были, а она самая сухая. Слушайте, девушка, я просто пыталась к цветочку поближе подойти. Да, да. И так и было. Ну вот, посмотри. Ну, фокусируйся. Какой он красивый. А, вот фокус. Вот. Знаете, да, такое прикольное дерево. Когда оно покроется зеленью, это будет вообще нереальная красота. Единственное, конечно, вот эта вот вывеска. Ну, ничего. И вот эта вот женщина, которая рядом вот ходит, вот мне мешает. Вот со своим телефоном, айфоном 10. Я понимаю, нам так не жить, конечно. Мы столько не зарабатываем. Что-то мне не 10. 10 чего-то там, буквы какие-то еще. Посмотрите, какое небо. Супер-супер. Мы пошли. Да, мы пошли. Счастливо. Мы пошли, да. Спокойно. Красота.